Экзоскелет Pro Exo Ultra поставляется в индивидуальной упаковке. После распаковки расстегните два фастекса пояса и фастекс на груди. Освободите манжеты ног из ремней. Расслабьте резинки на стропах груди. Также на стропах пояса. Удлините стропу груди с левой и с правой стороны, перемещая фастексы. Возьмите экзоскелет за верхние лямки и наденьте таким образом, чтобы он прилегал к вашей спине сетчатой поверхностью. Обратите внимание, лямки на спине должны идти ровно и не перекручиваться. После этого расстегните манжеты ног и наденьте их на бедра таким образом, чтобы манжета была примерно посередине бедра между коленом и тазом. Застегните ее так, чтобы она сидела на ноге плотно, но не сдавливала мягкие ткани. Аналогично поступите с левой манжетой. Помните, что правая манжета обозначена красной стропой. После этого потяните за стропы пояса таким образом, чтобы стропы, идущие к манжетам, натянулись. При необходимости подтяните их рукой. Обращайте внимание, не перекручиваются ли стропы сзади ног. После этого правую стропу пристегните к фастексу, находящемуся слева. Левую стропу, соответственно, к правому фастексу. Затем натяните стропы груди и соедините фастекс. Для удобства ношения вы можете свернуть стропу и зафиксировать ее резинкой. Аналогично можно сделать со стропами на груди. Надетый экзоскелет должен поддерживать вашу поясницу и помогать в наклонах. Для снятия экзоскелета освободите резинки на груди и расстегните стропу. Далее освободите стропы на поясе и поочередно отстегните фастексы справа и слева. Обратите внимание, при отстегивании стропы находятся в небольшом натяжении. После этого расстегните манжеты и снимите экзоскелет.